По другим железногорским дорогам виновные в их плохом состоянии уже найден. Мировой судья Железногорска обязал муниципальное предприятие «Комбинат благоустройства» возместить ущерб автовладелице, машина которой была повреждена в дорожной яме. В ходе судебного разбирательства мировой судья установил, что в апреле 2013 года ночью женщина проезжала на своем автомобиле Volkswagen Polo по улице Поселковый проезд в Железногорске и попала в скрытую от обзора яму. Были повреждены два колеса, левое переднее разорвало, а левое заднее деформировало. Разрешая спор, судья выяснил, что ответственность по содержанию данной дороги согласно муниципальному контракту возложена на комбинат благоустройства. Суд пришел к выводу, что предприятие ненадлежащим образом содержало автомобильную дорогу, не обеспечило безопасность на проезжей части, вследствие чего случилось ДТП. Автомобиль попал в дорожную яму и был поврежден. При таких обстоятельствах суд постановил взыскать с КБУ в пользу автовладелицы ущерб, причиненный повреждением автомобиля – 5600 рублей. Расходы по оценке ущерба – 2800 рублей. Расходы на оплату услуг представителя – 9000 рублей. Директор предприятия дважды обжаловал судебное решение в апелляционном порядке, а затем в кассационном. Он считал, что предприятие не является надлежащим ответчиком по делу, так как ремонт дороги должна осуществлять компания ООО ПК ДСУ, а также то, что дорога находится на балансе городской администрации. Но Красноярский краевой суд не принял доводы во внимание, указав, что в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта именно МП «Комбинат благоустройства» несет ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, связанных с необеспечением безопасности дорожного движения на данной дороге.